У современных автомобильных маркетологов принято идти прямым курсом, обходясь без резких маневров. Дескать, каждое следующее поколение модели должно не сильно отличаться от предыдущего, иначе прикормленные фанаты испугаются и убегут. Тем удивительнее пример японской Honda, что несколько генераций подряд делала свой Civic максимально непохожим ни на конкурентов, ни на предшественников, как вдруг теперь выкатила седан совершенно традиционного вида. Трехобъемный кузов, классические пропорции. Или вот решетка радиатора, выполненная не огромной переразмеренной пастью, а двумя скромными прорезями, как это делали 5-7 лет назад. Ты ли это, затенится Honda? Из вольности лишь покатая крыша да интересная форма задних окошек. Притом, несмотря на совсем иное восприятие, габариты практически не изменились. 3-сантиметровый прирост длины мы за революцию не считаем. А платформа вообще осталась прежней. Что, кстати, удивительно, в эпоху тотальной экономии, когда полузависимая балка сзади считается единственно верным вариантом компоновки, сохранить многорычажку — это практически подвиг. Но подвиг осознанный. Японцы клянутся, что сотворили самое драйверское поколение модели. Ради этого пришлось, сгибайте пальцы, повысить жесткость кузова, растянуть колесную базу, расширить заднюю колею, облегчить передний подрамник и обновить сайлент-блоки. Двигатель под стать шасси. Легкий 1,5-литровый турбомотор, заимев второй фазовращатель, теперь выдает солидные 180 сил мощности. Из-за этого инженерам пришлось доработать клинно-ременный вариатор. Впрочем, для поклонников проверенных решений имеется 2-литровый атмосферник. И это очень грамотное решение, чтобы охватить, так сказать, все слои населения. Ведь, повторим, ретро здесь гораздо больше, чем футуризма. Салон — вообще мечта олдфага. Дефлекторы вентиляции, прикрытые сеточкой, напоминают оформление такого подзабытого ныне устройства, как радиола. И опять никакого буйства фантазии, все скромненько и простенько. С другой стороны, ностальгический электромобильчик Honda e публика приняла чрезвычайно тепло. И, возможно, японцы специально надумали сделать Civic немного олдскульным, чтобы привлечь всех, кого утомила вездесущая техно. Основным рынком станет американский, куда седаны будут засылать из соседней Канады, а хэтчбеки начнут делать внутри страны. Из Европы модель уходит, ну а российскую судьбу Honda мы знаем. В 2022 году будут свернуты продажи всех авто этой марки. Хотя, казалось бы, вот идеальная Honda для России — седан, атмосферный мотор, но без локальной сборки новому Civic у нас делать нечего.